Сургуту необходимы курьеры-разведчики. Такая вакансия появилась в начале года на популярном сайте по поиску работы. Онлайн-сервис составил рейтинг необычных профессий. В отличие от обычного курьера, разведчику не надо ничего никуда доставлять. Он должен собирать информацию об организациях для популярного приложения с картой города. Обычный день курьера-разведчика выглядит так. Он ходит по Сургуту, добавляет на карту объекты городской среды. Скамейки, парковки, шлагбаумы, банкоматы. Сверяет и обновляет информацию об организациях. Курьеру-разведчику для работы нужен современный смартфон или планшет, а также компьютер с выходом в интернет. Зарплата в объявлении не указана, зато отмечено, что она зависит от количества выполненных задач. В рейтинге необычных вакансий также есть дегустаторы пива и бургеров, феи и эльфы чистоты и даже профессиональный обниматель.